Из Новгородской области с победой студент Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий участвовал в открытом региональном чемпионате WorldSkills, где вне конкурса занял первое место по компетенции сухое строительство и штукатурной работы. О профессиональных достижениях прошедших и грядущих в нашем материале. Дима Кабаков – студент второго курса. Посещает лекции, готовит доклады, а еще вырезает вот такие цифры из гипсокартона. Профессионалы знают, этот материал очень капризный, но, кажется, Дима нашел к нему подход. Не делать резких движений и не надо сильно давить ножовкой. Здесь насчитываю каждый миллиметр, поэтому все должно быть, точно. С такой работой справиться непросто, хотя за плечами Димы участие в двух чемпионатах. В соревнованиях в Новгородской области он блестяще выполнил все 4 задания. Я такого не ожидал, я думал, что я старался. Думал, что выйду третьим, но вышел первым. Понравилось с ребятами работать, но серьезные конкуренты, прям мощно работают. Сейчас будущий мастер готовится к очередному состязанию – национальному чемпионату. Но для этого надо пройти отборочный тур, который состоится уже в апреле. По его итогам выберут тех, кто защитит честь региона на всероссийских соревнованиях. И у Димы есть все шансы. Он намного быстрее работает, чем свои ровесники, так как в конкурсе у нас нам необходима скорость большая, чтобы он мог все собрать, чтобы получить наибольшее количество баллов. Основной упор мы делаем на размеры, на точность попадания размеров, на уровень, то есть на горизонтальность, на вертикальность. Сложности Дима не боится и делится секретом настоящего профессионала. Главное, надо уметь читать чертежи, остальное дело рук. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.